Ты бы видел лицо того парня. Он чувствовал пистолет между глаз. Я заставил его целовать мои ботинки. Он просил меня сохранить ему жизнь. Говорю тебе, я хотел бы заснять это. Ты бы видел лицо того парня. Ты бы видел лицо того парня. Знаете, чем это пахнет, Джонс? Слышали об Альваро Васкесе? Конечно. Васкес пошел для рэкета в Бразилию и стоит 200 миллионов в год. Знаком с Васкесом? Видел его фото? Никто не видел. Даже его водительских прав, наверное, он не существует. Может, он просто имя? Все, что я знаю, это тату его людей. Это все, что мы знаем? Нет. Скажите ему, тренер. Тот парень хорошо ударил парней Васкеса до того, как его рот заполнился патронами, прежде чем был он ранен в голову. Слушай, ясно одно. У нас был свидетель стрельбы. Парень видел Лэнни, сидящего рядом с нашим другом. Вчера свидетель сбежал от нас. Он знает намного больше, чем он нам рассказал. И много про Лэнни. Я хочу, чтобы вы обучились, и тайная лестница, очевидно, в здании клуба. Пошли несколько агентов за свидетелями. Продумай, как тогда мы достали бразильцев и накормили свинцом. Джон слушает. Приготовьтесь действовать. Появился свидетель. Будьте готовы уезжать. Убирайтесь оттуда, пока не было взрыва.
зашевелился. Он в синем седане на той стороне улицы. Ударь его. Мы потеряли его. Оставайся в поезде, мы займемся им, когда он будет.
Розовая Лэнни и парень с тату. Говори. Мне нечего сказать. Я не хотел смерти Лэнни. Я знаю, Лэнни работал на Соломона Кейна. Кажется, он охранял кассы Кейна здесь и в Вегасе. Я слышал, Лэнни ушел. Я думал, вы Кейн. Я слышал о смерти. И что с тем парнем? Никогда не видел его. Он был бразилец. Лэнни сказал, бразильцы собираются устроить 10-е кое-что горячее с людьми Ризенбека. Я клянусь, это все. Лэнни Сэм поставил себя на это место. Среднее между Кейном и Васкисом. Два сапога пара. Все зависит от того, что будет дальше. Если Кейн достанет Лэнни, уйдет в любое место штата Иллинойс. Это вы? Да, хорошо. Вы опоздали. Принесите колеса в переулок. Вас не заметили, точно? Это было бы неплохо. Слушайте, я выйду. Кейн знает. Он знает. You made that deal with us, Lenny. Let's go. Он зашевелился. Он в синем седане на той стороне улицы. Ударь его.